там, где грабят, там, где куча дрянь. Я танцую. Моих прямых эфиров. Это, сейчас народу побольше будет, расскажу что-нибудь интересное, если будет народу побольше. Сегодня, знаете, такой чисто замечательный летний день. Обычно в такие дни я бухал, но я решил начать новую жизнь. Теперь каждое утро я буду заниматься спортом, потом вечером буду пить. После бега пить пиво. Бля, вот, кстати, у меня была такая мысль, потому что, как говорил мой самый пиздатый тренер, Александр Журкин, блядь, после тренировки у тебя первые 20 минут углеводное окно, поэтому пиво самое то вообще. Потом еще думаю снять видос, парни, про работу, типа, про... Ну, знаете, типа, работа для подростка, типа, вся хуйня. Бля, почему вы с Германом перестали общаться? Я с ними не общался, я познакомился с этой компанией уже после того, как они перестали с ним общаться. Но, насколько я знаю, он просто поступил как свинья, блядь, последняя, типа, вот. Такие дела. О, здорово, Санчес. Чё, какие планы на сегодня? Бля, история. Ну вот как раз история, связанная с Аркисом этим. Короче, пацаны, Саркис, это мой. Вот. Ну там какая тема? Типа, я ж из семьи такой, типа, не особо богатый. Ну, как бы не сказать то, что бедный, но типа и не особо богатый. Вот. Ну и как-то я захотел с мешками именно заняться. Что-то написал вот этому Саркису. Он такой, типа, 2000 в месяц. Я такой, ну, бля, 2000 в месяц я не потяну. Он такой, ну, приходи бесплатно, типа. Что-то занимался у него. Потом деньги в семье, ну, типа, более-менее появились, а тренировки у него, ну, мне не нравились, да. Я не буду ничего говорить, то, что они там хуёвые, вот. Но просто мне не нравились, типа, как он подходит к тренировкам, типа, как он относится к ученикам. Вот, ну и что, решил я, блядь, другой клуб перейти, нахуй. И, типа, ну, ему я, соответственно, ничего говорить не стал, типа, а что я ему скажу, типа, я перехожу в другой клуб, и что, по мне такой, окей. Вот, пришел в другой клуб, как-то пошел с пацанами гулять, хуяк он идет. Я такой, типа, здравствуйте, Саркис Александрович. Он такой, ты, блядь, рыжая падаль, да ты охуел, нахуй. Как начал мне, блядь, подзатыльник, блядь, по прессу въебет. Такой, ты, блядь, пидорас, нахуй, бухаешь там, я про тебя все знаю, блядь, куда ты там перешел? Я такой, так, немножечко давайте сейчас успокоимся, вдох-выдох, давайте я вам сейчас все объясню, то, что все под контролем. И, короче, он меня отвел в свой зал, там начал меня опять пиздить, такой говорит, ты сейчас станешь, нахуй, спарринг с моими пацанами. Я говорю, Саркис Александрович, у меня, блядь, личный тренер, дядя Слава Хокаге. Как бы Сявейдж, он научит таким приемам, нахуй, где, блядь, ни в любой точке мира не научит. Он такой, ну раз уж Сявейдж, тогда базару зира. Сейчас, значит, тогда мы тебя отпускаем. И, пожалуйста, дядя Славе ничего не говорите. Вот, ну было примерно вот плюс-минус так. Вот. И теперь, короче, этот мой бывший тренер, блядь, баллотируется в депутаты. Ну и, в общем, там, да, очень все такая история прикольная. Так.